И когда общественно-политическое движение «Равноправие» предложило кандидатуру мою, я согласилась, потому что уже вселилась надежда, уже знаю по опыту движения «Равноправие» и по опыту команды Илана Шора, что действительно можно в короткие сроки сделать очень многое. И самое главное, если обещаешь людям и это выполняешь, это очень оценивается обществом. И я вот придерживаюсь этого, что это действительно можно сделать. Я, конечно, согласилась. Это была неожиданность, скажу честно, неожиданно, но у меня есть силы, у меня есть стремление, я способна к обучению, у нас все получится.